Конфликт отцов и детей в самом печальном его проявлении. Скандалы, избиения и судебные дрязги. В Нижегородском суде завершается процесс над матерью, которая вместе с сыном избила свою дочь. Они уже давно не общались, случайно столкнулись в торговом центре и началось избиение. Когда мать с сыном прибыли на оглашение приговора, вели себя они довольно агрессивно. Добрый день, сеть НН. Марина Владимировна, Кирилл, вы не хотите извиниться перед сестрой и дочерью? Штаны купи себе. Не хотите ничего сказать, повиниться, покаяться? Каяться будем после решения суда. А вы на что надеетесь? Что вас бы удовлетворило, Марина Владимировна? На расстрел. На расстрел кого? Меня. Может быть, вы объясните свою позицию? Нам было бы... А ты кто? Мы сеть НН, мы же сказали. Ты кто? Сеть НН? Владимир. Ты мне документ показал? Я вам сейчас это сделаю, Марина Владимировна. Вы просто не пробежали. Надо. Ты мне никто. Все. Я не понимаю, в чем здесь заключается вопрос, за что-то нужно каяться или еще что-то. Кого-то что-то установили, что кто-то в чем-то виноват. А ведь избили человека. Девушку. Откуда такие сведения, что избили человека? Мы видели кадры. Вы видели, что кто-то избивал? А кто? Судья назначил нам судебную экспертизу, техническую, ситуационную, для того, чтобы разграничить количество ударов, которые было нанесено Ольге. Нападение было совершено, соответственно, тремя нападавшими, и необходимо просто разграничить, какие именно удары привели к конкретным последствиям в виде телесных повреждений. Марина Владимировна, какие у вас отношения с дочерью? Любимый ребенок. Любимый? А зачем ее били? С чего вы это делали? Она говорит. Ну, мало ли кто что говорит. Ну, вы 10 лет не общаетесь, да? Это правда? Я вчера видела. Где? В ресторане. Считаем, что никакого состава преступления нет. Надумано всего лишь навсего. И... Разжечь какую-то вот... Общественный такой, это какой-то резонанс, как они говорят, ну, я думаю. Это... То есть не было драки или не участвовали аж подзащитные? Да не было никакой драки, ну вы же видели видеозапись. Какая-то, если это можно назвать потасовка, то может быть какие-то вот, говорить о каких-то ударах, о каких-то вреде причиненном, ну, я из этого не вижу. Нет, мы не виделись в ресторане. Я не хожу сейчас в ресторан, я боюсь болеть. У нас нет никаких отношений, не то чтобы хороших, просто мы не общаемся с этими людьми. Я не общаюсь с этими людьми. Может быть, в их голове у нас действительно есть отношения, я подозреваю, что они там что-то додумывают. Мне принципиально, чтобы просто люди поняли, что так поступать нельзя. Потому что сегодня они избили и говорят, что они били, а завтра они кому-то действительно проломят голову. Потому что, понимаете, если бы мужчина не остановил один неловкий удар там... в висок, и меня, возможно, сейчас бы не было. Мне бы не хотелось ни чтобы такое повторилось со мной, ни чтобы такое повторилось с кем-либо.